Эй, красавица, приходи сегодня вечером на сеновал, а? Так она же с кузнецом придет. А зачем нам кузнец? Кузнец нам не нужен. А хотя... Привет, я Ферен Бакар. И я не перестаю удивляться красоте по-русски. В Саратове очень много таких интересных, железных красоток. Интересно же, как они это делают. Давайте сегодня мы узнаем. Пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я решил сегодня прийти к вам и знать, как вы делаете ваши вот эти ювелирные красивые работы. Сначала вам нужно переодеться. Лаку, лакузнице. С чего мы начинаем? Разгорается огонь в горне. Ага, то есть нам нужен огонь сильный. Мы будем делать вот такой элемент, называется валюта. Он для чего? Где мы его используем? Это декоративный элемент, любое украшение. На ворота, ага. На забор. Для ковки используют только черный металл. Нагревают до красна на углях, затем придают форму. И элемент сваркой соединять в определенный рисунок. Когда большой объем работы, используют автоматический кузнечный молот. Вот. Теперь я знаю, что значит каждый кузнец своего счастья. Сегодня я узнал, как это работает, как это делается. А куда мы отправим в следующий раз, я пока не скажу, это секрет. До следующего понедельника. Пока.